Всем привет, пришла посылка из Китая, небольшая. Здесь у меня HDMI сплиттер от фирмы Xiaomi. Точнее, от его суббренда, по-моему, Hadidas. Оценено в $1 всего, по факту стоит 800 рублей. Вес здесь, по-моему, не указан, 300 грамм. Вот такая упаковка, все запечатано. Информация, модель. Сейчас распакуем, попробую я запустить ее. Хочу подключить это устройство PlayStation 4, чтобы на два телевизора. У меня стоит PlayStation в зале. Там же сразу 1,5 метра телевизор. И второй кабель у меня протянут маленькую комнату, там у меня 10-метровый кабель китайский, и в принципе одно устройство у меня работало. Было у меня вот такое устройство, проработала она, здесь два выхода и один вход, он как бы припаян здесь, и питание 5 вольт. Проработал у меня 8 месяцев, нормально тянул картинку на 10-метровом кабели. И после 8 месяцев он стал барахлить, со временем моргать, пропадать сигнал все больше и больше, ну и перестал работать. Самое первое устройство я покупал вот такое, думал, будет работать, но оно даже не работает с метровыми кабелями. И еще вот купил вот такое устройство, но оно у меня вообще не запустилось, даже 1,5 метра. То есть мигали гоньки, но видно, бракованный пришел. Таких очень много. Они есть на 2 выхода, на 4, на 6. В принципе, должно работать. Люди пишут, что работает. Это у нас HDMI 1.4 с блоком питания. Все с внешним блоком питания. Здесь я запитывался, можно от 1,5 вольт. 5 вольт, по-моему, 2 ампера блок питания. Ну, питалось у меня от телевизора, и все, в принципе, работало. Здесь у нас без питания. И устройство в этом чем отличается? Что здесь можно это быть и входом, и выходом. То есть, в зависимости. Вся информация здесь на английском, здесь на китайском. То есть, есть у нас несколько вариантов. Два разных. То есть можно подключить, здесь сделать вход, здесь 2 выхода, или наоборот, ну, наверное, кнопка при нажатии. Как это все будет работать, частоты, но это вряд ли кому интересно. Попробую подключить. Это у нас алюминий, коробочка сама небольшая, 6,5 на 5 и меньше 1,5 сантиметра. Ну, здесь, наверное, даже больше. Наверное, вот здесь 1,5 сантиметра. Так что такая аккуратная коробка. Made in China. Switch Splitter HDMI и номер. Это суббренд Hagibis. И 2 светодиода. Здесь должна гореть зеленым цветом. Кнопка. Так она. Ну, сейчас я буду тестировать и уже покажу вам, и точнее расскажу, получилось ли у меня подсоединить 10-метровый кабель к этому или 1,5-метровый, как получится. Вот что подключил я его к PlayStation, к 2 телевизорам. 10-метровый кабель он не захотел воспроизводить в другой комнате. Китайский кабель без питания, видно, устройства не хватает мощности. То есть одна кнопка здесь, переключение между выходами. То есть сейчас у меня подключил вот к компьютеру, все работает вообще без проблем, и попробовал поиграть, проблем нету. Нажимаем кнопку, огонек в другом месте горит, ну, не мгновенно, но переключается.
То есть тоже все работает без проблем. Full HD. Все. Не нагревается, он такой слегка теплый, даже когда и поиграл. То есть, в принципе, проблем с ним нету. Ну, длинный кабель не захотел. Которое у меня было устройство, которым я пользовался там, почти год, тот выдавал сразу два сигнала, делил сигнал на этот телевизор и на телевизор, который находится в другой комнате, 10 метров кабель. Этот просто переключает. Ну, естественно, если поменять здесь на выход, здесь вход сделать, то будет наоборот также переключение. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы, по возможности отвечу. Пока-пока.